Сегодня в Екатеринбург прилетел патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II. Высокий гость собирается совершить паломничество по святым местам Урала. Блаженнейшего папу и патриарха Александрийского и всея Африки встретили хлебом-солью прямо у трапа. Едва выйдя из самолета, Феодор II благословил всех, кто приехал в Кольцово, и поздравил с праздником Успения Пресвятой Богородицы, который отмечают 28 августа. В этот день африканский гость совершит божественную литургию в Александро-Невском соборе Новотихвинского женского монастыря. Патриарх, несмотря на высокий чин, очень общительный, неплохо знает русский, любит Россию и уже побывал на Байкале. На Урал Феодор II прилетел к своему старому знакомому, митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. У нас будет очень много встреч. Мне бы хотелось познакомиться с этими местами, узнать, что здесь происходит и как живет народ. И этот опыт мне потом поможет в Африке в миссионерской деятельности.